первый раз увидел вживую, конечно, она меня очаровала. Сразу я понял, что это девушка, которую я ждал. Я когда его спрашивала, ты волновался перед встречей? Он говорит, конечно, коленки дрожали. Честно говоря, сразу так получилось, как будто мы знаем друг друга очень долгое время. Очень родной. То есть, когда встречаешь своего человека, мне кажется, это понятно сразу. И, конечно, когда гуляешь, то на рафтинге, то поход в гору 10 километров, очень узнаешь человека. Мы просто не знали на самом деле, что это будет очень продолжительный поход. Мы думали, что он всего лишь займет там час максимум, а в итоге там оказалось, наверное, ну часа три, может быть, мы шли. Этот поход дал понять, что в жизни с этим человеком будет легко, потому что всегда будет поддержка и с моей стороны, и с ее стороны. После Словакии мы поехали в Израиль. Было знакомство с моими родителями. Катя очень переживала. Волнительное знакомство с родителями, волнительное. Оказались очень чуткими, очень добрыми, душевными людьми. Хотелось, чтобы она посмотрела, как я живу, кто такая моя семья, будет ей комфортно со мной. О создании семьи мы говорили задолго до того, как начали готовиться к свадьбе, поскольку мы оба почувствовали, что просто не души. Я прилетел в Москву и сделал ей предложение. Решил не тянуть, не задумывать что-то там грандиозное. Дома у нас, за ужином, встал на колено и одел мне колечко. И все. Ну, если говорить о нашем будущем через 10 лет, Вадика вижу судьей. Судья Рошаль, шофет Рошаль. Трое детей у нас. Дом большой, в котором место есть всем. Вмещаются все. Я очень люблю детей, так как у меня три племянника. Я знаю, что такое растить мальчиков постоянно, то футболка грязная, то еще что-то, то кто-то ударился. Как его племянник говорит, как сильно ты любишь? Вот так. А маму? А дедушку вот так. Бабушку вот так. А маму вот так. Так я тебя вот так люблю. Сильно-сильно. Ты тот человек, которого я искал всю свою жизнь, которого я полюбил искренне, всей душой, всем сердцем. Когда я вижу тебя, я понимаю, что я самый счастливый человек. И я очень хочу, чтобы вся наша жизнь продолжалась именно так, как началась. Рука в руку, идти вперед. Я очень люблю тебя. «Москва слезам не верит». Там главная героиня говорит своему возлюбленному, как долго я тебя ждала. Наверное, то же самое хотела бы я сказать, как долго я тебя ждала. Наверное, вот это.